Так, всем привет. Вот, имеем вот такую комнату. Задача стоит утеплить малый РЛАД. То есть мы будем делать утепление верхних двух венцов. Вот примерно как вот сделано здесь. Здесь вот у нас будет потолок вот такого вида открытого. Засыпаться будет туда опилка. У кого-то есть идеи, как утеплить, подсказывайте. Вот я уже сделал одну комнатушку, а там вторая. Также вот здесь будет нашиваться погоночка. Все это будет красиво и симпатично. Погоночка будет только в этой комнате. В той большой комнате, как я уже сказал, будет открытый потолок, балки будут открыто стоять. Сюда вот будем засыпать утеплитель. Тут крыша. Здесь то же самое. Утепляться, зашиваться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, ваше мнение важно.